Здравствуйте, друзья! Сейчас с вами поговорим о таком проекте, как CryptoBand 2GAP. Что это за проект? Что он из себя представляет? Для чего он? Давайте рассмотрим. Это, если вкратце говорить, проект, который помогает инвесторам сохранить их капитал. А тут описано, что крипторынок, много криптоинвесторов теряют их деньги, вот, и расстраиваются в криптовалюте. Вот то, что И на все время многие инвесторы выходят в связи с разочарованием. Вот новые инвесторы, но не хотят как бы сильно рисковать на крипторынке. Эта спираль может опустить крипторынок вообще, даже привести к коллапсу. Вот. Как это может решить эту проблему? Еще пишут, что еще 300 лет назад появление облигаций спасло процветание мировой экономики ценных бумаг. Текущая капитализация глобального рынка ценных бумаг оценивается в 65 триллионов акций, плюс 100 триллионов облигаций. Сегодня мы видим огромные масштабы и потенциал рынка облигаций. В ближайшем будущем криптобанк станет самым масштабным продуктом стоп-лосс. То есть падение для спасения криптоинвесторов. Кроме того, криптобанс рынок будет надежным участником рынка крипто, где инвесторы, которые потеряли веру в рынок, могут довериться. Рыночная капитализация монет сейчас 267 миллиардов. Будучи глобального рынка крипто рассчитывается как сумма криптобанс, рыночная капитализация CoinMarketCap. Вот эта схема такая: криптобанс, Underwriter, вот, Relay, Investor. Миссия туга платформы инвестора, возможность сделать сильным и как бы остановить падение продукта. Вот механизм решения: криптобанс, новатор, лайт, инвестор. Технологии, то есть нам платформа пользуется как ERC токен ERC20, вот на платформе эфириума. Так, дорожная карта проекта. Смотрим, что начинает с 2017 года и по 2020 год расписано. Команда проекта. Так, команда. Достаточно большая команда проекта. Партнеры и спонсоры. Хороший партнер, ключ к успеху в любом бизнесе, где угодно. В инвестировании, это говорит Роберт Киосаки. Советники. Николай Шинё, достаточно известный советник, ну, советник известных. Раздача токи, смарт-контракт. Пресса. CNN. Прототип. Новости о проекте последние. В общем, что можно сказать о проекте? То, что он достаточно перспективный. Вот, у него достаточно неплохая, скажем, амбициозная идея. Действительно, что многие инвесторы не потеряют свои деньги, не хотят возвращаться на рынок, вот тем что даже может падать капитализация, в какой-то степени может привести к коллапсу, особенно в последнее время, когда много проектов появляется, и достаточно много ICO, бывает скам, бывает просто, что не собирают деньги необходимые, вот, а страдают это инвесторы. Вот, так что проект достаточно перспективный. Ссылки на данный проект будут в описании под видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока.